Настюша, сегодня я в новом платье. Сколько было? Вот такое у Настюши. Ручкой бери. Такое у Настюши платье мы с папой сегодня ей купили. И она сегодня снимается в новом платье, да, Настюша? Да. А еще у нас в гостях Надюша. И вместе Надя с Настей будут открывать что? Слаймы. И? Лизуны. И что вы будете с ними делать? Мы будем с ними экспериментировать, тянуть, кликать, хрустеть, надувать пузыри. И ну, короче, все, что получится сделать из этих слаймов. И смешивать, и все, что получится сделать, они будут делать, да? Да. Так что вы обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. И смотрите наше видео до конца. Будет интересно. Все, начинаем. Разбираем первую партию лизунов. Вот такие вот лизуны. Покажи цвета. Покажи, какие цвета. Золотой. Золотой вот такой. Золотой. Купили и мы его в фикс прайсе. И вот такой вот зеленый с блестючками. Выбрал, кстати, выбирал папа. Я вообще-то смотрела яркие такие цвета. Ой. Прям розовый и ядовито-зеленый. А папа взял и выбрал эти. Напишите в комментариях, какие вам нравятся. Яркие такие ядовитые цвета или вот такие вот. Которые выбрал папа. Да. А мне очень понравились те, он выбрал вот эти. А мне злость понравился. Ну, потому что ты тех не увидела. Ну все, давайте открывайте. Открывай, Надюша, ты открывай свой. А я... Это же прикольно выглядит. А ты открывай свой давай. Вот у Нади. Да. Тут прям по столу все. Потрогай. Хрустит, Надь? Не очень. Скорее, как будто разваливается. Да. Мама, потрогай. Ой, он такой холодненький. Ага. И цвет такой. Ой. Как сопля. Чуть-чуть. Давай, Настюша, а ну ты покажи, какой у тебя. О, какой страшный. Ой. Ну хорошо, что крюк к рукам не прилипает. Не прилипает к рукам? Нет. Да, не прилипает. Они не прилипают. Но они очень красивые. Тебе нравится, да. Насть? А тебе, Надь? Да. Как сколько еще растягиваются? Ну, нормально. По среднему где-то. Не так хорошо, как слаймы. Но все равно отличная. Ну да. Прикольно играться с ней? Да. Мама, смотри. Мама, смотри. Я тоже порвала кусок. Да. Мам. Ой. Мам. Не трещит ничего. Мам. Хотя. Мам. Хотя лизун. Что-то такое есть. Мам, смотри, как у меня. О, у Настюши как тянется, да, Настюша, как сопля зеленая такая. О, Надя тут растянула. Ага. Они как-то еще тянутся. Вот такие вот лизуны. О, нормально, потянулся. Фу. Интересно, а пузыри из них можно надувать? А вот это надо трубочкой проверить. Ну да. Трубочкой какой? Обычной, которой мы... То ли стержень из-под ручки. Ну сейчас трубочку принесу. Так, трубочку принесла. Сейчас посмотрим, как Надя будет надувать пузырей. Мне кажется, это слишком уже. Мне кажется, ну... нельзя. Мама, интересно. Ну, короче, получился вот такой вот пузырь один. Мама, интересно, а у меня получится, только нужно его положить. Прикольно. Ну, куда бы положить? Мама, ты же не можешь садиться. Может... А ну, давай в это самое, прям в баночке. Интересно. У меня хорошо растет. Лай. Ну. Сейчас вылится. Что он там делает? Мамки перламутровые. Фу, что он там делает?
незаметно. Да, у Насти руки блестят. Ой, у Нади. Я не Настя. У Нади руки блестят. Я немножко. А еще. А еще у меня есть еще с сюрпризом слайм. С сюрпризом внутри. Чего? Ничего. Ниндзя, что ли? Нет, не ниндзя. Ну? Не, они рвутся немножко. Давай, скажите. Пахнут химическим запахом. Они кофе немного пахнут. Чем? Кофе немного пахнет. А у тебя? У Нади пахнет кофе. У меня тоже. Мам, понюхай. Да, я понюхаю. Фу. Я не знаю. То ли химический, то ли кофе, я не понимаю. Я тоже не могу понять, чем пахнет. Ну, точно не, не вкусно. И кликать немного. Стол весь блестит. Ловите еще два. Опа. И это слаймы куклы с куколками Лол. Можно мне розовый? Мне желтый. Ладно, мне тогда розовый. Нет, Настя же сама хотела. Вот, Настя, у Насти... розовые слайм, а розовое и розовое пока. Платье. Помоги, пожалуйста, мам. Интересно, какое на ощупь? Ну, как сказать уже. Ну, баночка не очень удобная. Мам. Баночка неудобная? Помоги? Давай открою. А куколка почти достала. Ага. Вот она, вот она, вот она. Она в слизи. Как в слизи? Вот она. Вот такая девочка. Красивая. Вот, такая а ты снимай. Ой, какая миласочка. Мам, няшка, потрогай. Красивяшка. Вот сюда. Мам, потрогай. Вот такая вот куколка. Мам, потрогай. Слайм тоже. В трусиках. Ну, конечно, это же малышка. Мам, потрогай. Ой, какая с желтыми волосиками. А может быть, она умеет менять цвет? Она может менять цвет. Мама, смотри. Тянется чисто кристально. Какой красивый. Очень красивый. А ты достал? Потрогай. Настя, может, я достану тебе куколку? Не надо. Ты сама достанешь? Да. Да, и она сама достанет. Я просто немножко. Дай, пусть она сама достает. Я как-то вытащила свою куколку. Ну, не знаю. Вот, у тебя как раз такая куколка есть на платье. Как? Ну, вот такая вот с фиолетовым. Или это не фиолет? Ну, положи рядышком. Фух, спасибо, что он не липнет. Мы будем друг друга пробовать с вами. Красивый. Ну, немножко рвется, если медленно, то тянется. Вот такой вот слайм получился. Я только остатки достану. Тут все блестки ушли на такие дно. Красивые блестки, да? Да, ушли на дно. А тут достать еще можно все. Ой, Настя там тянет, тянет, не подтянет. Кто это там? Кто это там тянется? Куколка тянется. Ой, потянулась, потянулась. А, не, все равно не липнет. Можешь посмотреть? Вот куколка такая. Давай покажи. Да, я покажу. Вот это такой красивый, прям вообще такой. Желтый? Угу. У меня тоже все блестки. Вниз ушли. Очень красивые. И куколки попадаются очень красивые. Ну, да. Это из желтого попалось? Это из желтого? Дай куколку. Вот такая вот у Настюши красивая куколка. Тоже. Смотри, как он тянется. Вот. Вот обе куколки. Дай сними. Давай, как его весь все достала. Отсюда. А можно я весь достану? Сразу? Давай Хорошо. Достань ты Настюшин, потому что... Он не весь достается сразу. Ну, как вы, девчонки, думаете, надо смешивать все до кучи, все слаймы или не хотите? Вот. Хотим. Все будет, как вы захотите. Смотрите, какой. Мама, дай мне потрогать. Дай мне потрогать. Маленький зритель проснулся. Вот такие вот. А ну, оставь вот это вот. Я пока покликаю. Вот такие вот слаймы. Акриликают, обалденно. Вот такие вот слаймы получились. Ой, попались. Да, такие да. Красивые, очень красивые, очень ну, яркие, блестючие будет. Такие. Тянутся еще как?
тянутся красивые такие звездочки. Ой, мне жалко их смешивать. Жалко, жалко. Я плакать буду. Тут тоже есть звездочки. Тут тоже и тоже красивые, конечно. Будем смешивать? Не знаю. Настя, ты хочешь смешивать? Опа, оторвали. Хочешь смешивать? Да. Нет, не оторвали. Смешиваем? Да, я ее. Пусть она пока что играется. Мама, у меня кукла такая. Вот. Через слайм такая куколка. Ну что, девчонки, будем смешивать? Да. Какие будем смешивать? Или все будем золотистый смешивать? И... Золотистый и зеленый? Да, сейчас хотела... Но все не будут красивые, потому что вот эти вот, я если сначала, смешать... Я хотела сначала золотистый и зеленый. Давай, золотистый и зеленый смешивай. А это тогда стоп, стоп! Мы их сначала уберемся, да? Все, смешивай, посмотрим, какой цвет получится. Я уже знаю, какой. Зеленый перламутровый, наверное. Ну, красиво получается. Салатовый, кстати. Что желтый плюс зеленый равно салатовый. Ну, по-быстрому смешивай, потому что... Знаю. Какая-то нитка. Какая нитка? Вот. Ну, выйди. Вот так вот получилось. Вот такая... Болотный. Такой, вот, болотный. Такой, болотный. Такой красивый. Такой. Салатовый, прикольный. Это болото. Очень красивый. Это болото. Интересно, на баночку поместится? Не знаю. Так, где баночка? Вот. Нет, не поместится 100%. Да? Нет. Может, другую баночку поместится? Настюша играет со своим. Давайте вот эти не будем. Они очень красивые поиграли сегодня, да? Ну все. Кому понравилось наше видео? Ставьте лайки. Ставьте лайки, дай сюда. И скажи, что делать? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики. А в новом видосике мы с Настюшей будем делать распаковку что? Косметики! Супер крутой косметики для Настюши, так что не пропустите это, ставьте лайк обязательно. А руки заняты, да? Давай, раз, два, три. Всем пока! Пока!